Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сейчас я вам покажу небольшой обзор на видеосъемку. Многие подписчики спрашивают, на что можно снимать свои обзоры, свои видеоблоги. Вот я сейчас тестирую телефон-смартфон Samsung G200 Prime и его камеру. Вот хочу заснять наш памятник в городе, памятник войне 1812 года, и показать, как снимает камера на телефоне на улице. И сразу сделаю такую вставочку и поснимаю на экшн-камеру А9, которая недавно пришла с Китая. И посмотрим, как она будет в съемке после камеры Samsung. Смартфоном я очень доволен. Снимал и на ходу в автомобиле. Тоже, может, сделаю врезочку, посмотрите, как на ходу снимает. Ну, переключаюсь на веб-камеру. Достал камеру с аквабокса. Вот такой у нас в городе Софийский собор. Такие места красивые. Там целая куча архитектурных памятников, кадетское училище, церковь, кирха. Вот камень его достали из реки. Большой вес, большие размеры. Сейчас подойдем поближе,
поснимаем. Потом переключусь на камеру телефона. Посмотрим, как это все снимет телефон. Вот такое величественное здание. Здесь орган. Сейчас подойдем к камню. Там даже есть выбитый крест, надписи. Камень очень старый. Не знаю, на эту камеру, наверное, не будет особо видно. Посмотрим. Я сам только увижу качество дома, когда буду обрабатывать. Такой вот крест. Сейчас еще раз сниму и переключусь на телефон. Съемку с камня. Все-таки на телефоне камера намного получше. Изображение. Виден крест. Я даже хорошо вижу. Ну, сейчас снимем Софийский собор. И вы сравните качество. Я думаю, купив хороший телефон, к нему защитный противоударный корпус, противоударное стекло, и можно будет его использовать даже вместо экшн-камер. Ну, у экшн-камеры плюс только один, что ее можно опустить под воду, поснимать под водой, например, посмотреть, есть ли рыба в данном месте. Да и в дождь можно поснимать, в принципе, на поле не жалко, если вдруг попадет песок. Все-таки экшн-камера не так дорого стоит, как хороший телефон. Ну, я думаю, по этим видеороликам вы сможете оценить качество картинки и изображения. Без аквабокса. Переключимся на телефон. Лютеранская кирха. Тоже старое очень здание. За ним помещение бывшего кадетского корпуса. Вот такое вот красивое здание. Уже табличка выцвела, буквы не видно. Спасибо, друзья, за просмотр. Оставляйте комментарии. Всех благ вам и вашим близким.